Новости еще. Сегодня, в августе пришла, покинул нас внезапно Игорь Николаевич. Вся его жизнь всегда актерская была. Судьба актера многое довольно значит. Неумолимо время рвется все вперед. Скудеют театральные уже подмостки, а смерть проклятая по-тихому бредет и забирает, безусловно, на погосты. Актер спокойный, с равновешенной душой, ничем в театре и кино не выделялся. Пусть и не ярким был, а в сущности простой, но как играл, причем не зазнавался. В один момент судьба решила все. Назначен день назначенного срока. Душа прощается с театром и кино. Последний путь ведет его дорога. Скорбят родные, близкие, его друзья, ученики его, товарищи по цеху. Горит в лампадке тусклая свеча. Спешить не надо никуда, уже не к спеху. Его душа лишь только на небо спешит. Там сверстники, другое измерение. Печальный взгляд на нас, на всех глядит в своем спокойствии и ни к чему волнение. Спасибо, Игорь Николаевич, тебе, светла и вечная, пусть будет о вас память. Для молодых талант оставил на земле, там перед Господом, быть может, в чем-то каясь. А мы с тобой аплодисментами прощались. Спасибо, Игорь Николаевич, за твой талант, дарование, что оставил память о себе, незабываемые актерские роли. Я помню «Город мастеров». Его уже давно, конечно, не показывают на экранах, но ваша роль в этом фильме меня просто завораживала. И другие, тем паче фильмы, как «Майор Вихрь» и все остальные фильмы, в которых вы сыграли непосредственно, неся вклад все, что хорошее вы оставляете нам и молодому наследию. Я перед вами преклоняюсь. Друзья, близкие, родные соболезнуют, конечно. Спасибо большое. Мой земной покой. Земля пусть будет пухом.